Секрет успеха номер 19. Будьте ориентированы на решения и действия. Один из признаков миллионеров, которые сами себя создали, заключается в том, что они тщательно обдумывают, а затем быстро принимают решения. Они натренировали себя действовать быстро и нести ответственность за решения, которые принимают. Они действуют быстро и получают быстрый отклик на все свои действия. Если они понимают, что сделали ошибку, они быстро поправляют себя или пробуют нечто другое. Ключ к триумфу заключается в постоянных попытках. Успешные люди решительны, и они пробуют куда больше вариантов, чем другие люди. По закону вероятности, если вы используете больше различных способов добиться успеха, повышаются ваши шансы найти верный путь в нужное время. Неудачливые люди не любят решений. Они знают, что им стоит сделать или перестать делать определенные вещи, но им не хватает силы воли или характера, чтобы принять твердое решение. В результате они дрейфуют по жизни постоянно несчастными, недовольными и не достигающими успеха. Они никогда не добьются богатства или финансовой независимости. Они делают куда меньше того, на что способны. Когда вы станете решительны и ориентированы на действия, вы сами переключите вашу жизнь на высокую передачу. Вы будете успевать за день куда больше других. Вы будете двигаться вперед куда быстрее вашего окружения. Вы буквально подключитесь к источнику постоянной энергии, энтузиазма и мотивации, которые наполнят вас радостью и силами, которые, в свою очередь, еще быстрее понесут вас к цели. Спросите себя, какое одно действие, предприми я его немедленно, окажет наиболее позитивный эффект на мой результат? И каков бы ни был ответ, сделайте это прямо сейчас.